Харе Кришна, Сагара Махарадж, примите мои поклоны. Как избавиться от страха? Страх очень сильный, связан со всеми переменами в жизни. Очень мешает в духовной жизни и в материальной жизни. Да. Ну, конечно же, высший способ избавиться от всех страхов – это сосредоточиться на Кришне, потому что Кришна как... Говинда Дас, древний вайшнавский поэт, поет, да? Баджагурай Манаш и Нанда Нандана Абхая Чарана Равиндаре. О, ум, сосредоточься на лотосных стопах Господа, да? Да, сосредоточься на лотосных стопах Господа, ибо это дарует тебе бесстрашие. Вот, то есть сосредоточенность на лотосных стопах Господа дарует нам бесстрашие, но, конечно же, надо еще сосредоточиться на его лотосных стопах. Да? Это может не сразу произойти. Поэтому, что такое страх? Это эмоция, негативная эмоция, которая может быть полезна в каком-то смысле, да, потому что, например, какие-то страхи очень ценны в сознании Кришны. Например, если я боюсь совершить оскорбление вайшнавов, если я боюсь потерять вкус к служению Кришне, если я боюсь потерять общение с преданными, то это очень хорошие страхи, да, и не стоит от них избавляться, да, как говорят, что если человек одержим духами, то надо, конечно, от этих духов избавиться, но от духа санкиртана не надо избавляться, да, то есть есть полезный дух, есть вредный дух. Вот, поэтому есть страхи позитивные и негативные. Вот, но от негативных страхов есть такая методика. Надо представить себе, что самое страшное уже произошло и что я буду делать дальше. То есть это переключает нас с ума на разум. Вот, но после этого надо все-таки постараться действовать так, чтобы самое страшное с нами не произошло. Да. Вот, ну, это какие-то методики работы со страхами. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-самкиртаной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гит около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.